теории мы все знакомы с правилами дезинфекции. Но когда дело доходит до практики, возникают непростые вопросы. Чтобы быть во всеоружии на практике, Центр эпидемиологии и гигиены Новокузнецка организует семинары для арендаторов и собственников помещений. Определенные условия есть, что лицо не должно быть моложе 18 лет. Это однозначно. Работать надо в масках. Можно обыкновенная маска, перчатки. И разведение должно быть строго с инструкцией, которая прилагается к каждому препарату. Такие средства можно приобрести только в профильных магазинах. Необходимо строго следовать прилагаемой к средству инструкции. Дополнительно делать уборки, кварцевание и проветривание помещений. Семинары в центре будут проводиться каждую среду. Индивидуальные консультации можно получить по телефону 37 38 25 или по адресу улица Обнорского, 76.